Канун Нового года совпал с юбилеем. Десятки лесников со всего края собрались подвести итог 10 лет работы. Холдинг – это 1,5 миллиона гектаров земли всего лесного фонда страны. В него входит 17 предприятий, более 4000 работников. Идет активная реализация инвестпроектов. В следующем году запустят Павловский деревообрабатывающий комбинат. Это дополнительные рабочие места, я сейчас говорю не напрямую для наших сотрудников, а в том числе и для строительного сектора, который, если вы знаете, сейчас по сути находится в упадке. Мы снимаем абсолютно проблематику 100% использования низкосортной древесины, использования в том числе отходов производства, это та же технологическая щепа. Предприятие помогает не только рабочим. Налоги во все уровни бюджета составляют 700 миллионов рублей в год. Кроме того, Алтай-Лес развивает жизнь на селе. Наша помощь в селах, школам, больницам, спорту, культуре и так далее, то бишь дороги, вот, в различные городки мы строим, дома культуры содержим. И затраты примерно вот по холдинговой компании около 20 миллионов в год вот, на подобные вещи. Сейчас предприятие реализует продукцию из древесины не только в регионы России, но и по всему миру. За это время товарооборот вырос до 6 миллиардов рублей. Компания «Алтай-Лес» и дальше планирует не сбавлять обороты.